Всем привет, друзья! С вами художник Хелен Ши. Сегодня, как и обещала, видео про то, как производится оливковое масло. Поэтому, если вам интересно этот процесс, оставайтесь со мной, я вам покажу это удивительное, красивое и вкусное видео. Рано-рано утром на рассвете начинается сбор оливок. Вот посмотрите, какое потрясающее место, где находятся оливки. Кстати, вы могли видеть это место, у меня есть видео про дом, финский домик, который можно снять на букинге. Вот как раз-таки здесь находятся оливки, которые начинают собирать рано-рано утром. Труд достаточно монотонный, но интересно. Для того, чтобы попробовать, мне кажется, это очень здорово. Вот смотрите, натягивают сетки под деревьями. Вот такая вот пневматическая удочка, как щупальцы, зажимает оливку, и она падает вниз на сетку. После того, как дерево полностью собрали, сетки собирают и оливки помещают в ящики. Вот, смотрите, как здорово. Оливку трясут просто этой штукой, и оливки падают. Падают разные. Есть белые, есть зеленые оливки, есть уже черные оливки. Вот такая вот красота. На вид такие аппетитные. Кажется, что сейчас съешь, будет очень вкусно. После того, как оливки собрали, их везут на оливковую фабрику, где из ваших же оливок делают ваше оливковое масло. Перед каждым отжатием оливок их сначала очищают от веток, палочек, листвы. Потом промывают их в воде. Вот мы можем это видеть, да? Все делается конвейерами, машинами. И вот так вот очищаются оливки. И потом уже поднимаются для отжима. Вот на такой ленте. Смотрите, как косичка. Очень красиво выглядит. Едет оливка для отжима. Ну, для начала просто прессуют оливку, делают кашу. После того, как оливковая паста получилась, вот вы можете видеть круги, такие их выкладывают уже для того, чтобы подготовить пресс для выдавливания масла. Вот смотрите, вы можете видеть вот эти вот круги, они уже пропитались маслом. Вот, собственно, вы видите, как выдавливается масло. После отжатия масла оно помещается в сепаратор, который разделяет воду и масло. И вот вы видите, как течет золото, оливковое масло экстра вирджин холодного отжима. Потрясающе вкусное, красивое, настоящее золото. Вот такая вот фабрика. Ну что, друзья, я думаю, видео получилось достаточно красочным, увлекательным и аппетитным. И вы смогли увидеть полный процесс от сборки оливок до уже непосредственно отжима. Экстра вирджин холодного отжима масла. Вот такое вот оливковое. Оно переливается в такие вот бутылочки, баночки. Они бывают разного объема, маленькие, побольше. Это 5 литров. И уже транспортируете их домой. Я думаю, что такие видео интересны тем, что это жизнь, это прекрасно, все, что вокруг нас, и достаточно интересно. Поэтому, если вам понравилось это видео, пишите мне в комментариях, хотели бы вы видеть такие видео на моем канале, что бы еще хотели увидеть. Я с удовольствием вам покажу и расскажу. Ну, а сейчас я отведаю это потрясающее масло экстра вирджин. Боно.
Потрясающе вкусно. Ну что, мне приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Пока-пока.